І аб спорце. У Гомелі распачаўся чэмпіянат Беларусі па боксе. Гэты турнір – першы этап у адборы ўдзельнікаў нацыянальнай зборнай Беларусі на алімпійскія гульні ў Токіа. Ён сабраў эліту беларускай школы бокса. На адкрыцці чэмпіянату пабывала наша здымачная група. Палац гульнявых відаў спорту на некалькі дзён прыкаваў да сябе ўвагу заўзятых аматараў боксу. 5 дзён баёў, 10 вагавых катэгорый, напал эмоцый. Гэты турнір у Гомелі вызначыць тых, каму выпадзе шанс у 2020 годзе выступаць у Токіа. 8 лет назад здесь был такой чемпіонат по боксу. И вот спустя 8 лет он опять у нас в Гомелі, так что это радует. Плюс всего у нас здесь 118 участников. Но у нас есть члены нас команды, вот, хорошие перспективные ребята. Я думаю, что мы, они себя проявят здесь. И в конце этого турнира мы уже можно смело будем сказать, что у нас вот здесь мы отличились, здесь мы там не доработали. Основный состав национальной сборной по боксе на будущие олимпийские гульни будет укомплектован из 23 спортсменов. Особливо пильная увага до молодых боксеров. Як володуют приемами близкого и далекого боя, мощным ударом и у какой физической форме подошли до нового олимпийского цикла. Все это покажет чемпионат. Приятно очень удивлен, что в тяжелом и супертяжелом весе количество участников подошло к 15 боксерам. Это очень интересно. Тяжелый вес вообще уникален тем, что редко можно встретить хорошего парня тяжелого веса, который не боится уже 18-20 лет, не боится выходить на ринг, потому что характер у тяжеловеса всегда формируется чуть-чуть позже, чем у мухачей. Вот. Но посмотрим сегодня уже на этих тяжиков наших. Очень интересно. После гэтых спаборніцтваў тренерский штаб вызначыць пашырны состав команды. У ходе наступных отборочных этапов кола потенциальных претендентов на олимпийское золото звузится. И уже до вясны национальная сборная будет сформирована канчаткова. Наталья Игнатенко, Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».